Николай Степанович, какие чувства вы испытывали, когда вас награждали этой медалью? Ну, чувства, конечно, радости, это вопрос не обсуждается. Быстро пролистав свои годы, за что дали вот эту медаль. Это прошло 41 год. На одном месте работы, конечно, да. Поэтому вот эти ступеньки, которые шли, они у меня быстро пролетели в сознание.